Посмотрите на этих. Деловые такие. Себе там построили что-то. Притащили подушки. Это все они сами сделали. Я ничем не помогаю. Да, Аслан? Зайрашка, ты что делаешь? А, солнышко? Это почему? Это смотришь? Да. Кушать будем? Почему? Мама вкусно приготовила кушать. Чего? Много чего. Что хочешь кушать? Кроме макарошек. Кроме макарошек, что будешь кушать? Розовая еда. Розовая? Да что за еда такая розовая? Так. Я сегодня психанула и наготовила. Бывает у меня иногда. Здесь у меня картошка, внизу котлетки. Котлетки, картошка и сверху плавленый сыр. Сейчас это подогревается. Я, скорее всего, буду кушать это. Здесь я сделала супчик с фрикадельками. Мама, покажи. Курочка с грибами. Мама, покажи. В сливочном соусе. Мама, покажи. Сейчас, мамина. И не буду озвучивать. Мама, покажи. Сейчас покажу. Здесь тушу капусту. Это уже, наверное, завтра или послезавтра сделаю пирожки или пирог с капустой. Сейчас покажу. Вот. Это что? Это картошка. Это? Там капуста. Это? Это грибы. Это супчик. Ты что будешь кушать? М? Супчик? Хорошо, сейчас я согрею. Помощник, видите? Помогать он маме будет. Сейчас ты намочишь, солнышко, свою рубашку? Сейчас. О! Я же сказала, мне не надо помогать. Я же сказала, что девочки помогают посуду мыть, а мальчики помогают тяжелые пакеты нести. Тяжелую работу делают мальчики. Столько воды не надо тратить, потому что есть люди, у которых вода вообще не идет. Мама же тебе рассказывала про это. И что ты будешь ее мыть? Стену. Стену? О, не-не-не-не-не. Раковину помой лучше. Вот кран помой, стену не надо. Ну ты что натворила? Мультик какой-то. А кушать кто будет? Столько всего мама наготовила. Я пыталась как-то отвлечь свои мысли, то все, и готовка меня отвлекла сегодня. И мыло. Что ты будешь мыть мылом? А они не кушают. Сейчас папа приедет, может с папой покушать. Много не делай. Все, 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 папа. Да вот здесь помой. Вот здесь помой. Хорошенечко. Помощники. Все, мыло больше не надо. Девочки. Там не мой, баба. Вот здесь мой. Что? Девочки. Да, девочки должны мыть посуду. Я тоже ему говорю, но видишь. Вот такой у тебя брат. Пришел посуду мыть, которой нету. Мыло закроем. Закрой. Все, больше не надо мыло брать. Так много мыла мама не использует.
Мама, почему? Почему это надо? Почему это надо? Мама, мне важно. Это надо кончить, мама. Кончить, мама. Что там случилось, Зайра? Ты кому звонила? А? Кому звонила? Тете позвони. Makarnada, makarnada ötekine. Evet. Zehra, makarnalar buraya. Makarnalar buraya. Evet, boncuklar oraya. Hadi bakalım. Evet, aferin. Evet, boncuklar oraya. Makarnalar öteki elime. Как вы помните, мои хорошие, я вчера столько всего наготовила, и мои дети, ну, можно сказать, поклевали там супчики, все. Вот, сегодня я буду готовить пирог из тушеной капусты. Здесь капуста, морковь, зеленый лук и сливки добавила. Сейчас я пойду куплю ювку. Ювка — это тонкое тесто, раскатанное здесь в Турции, оно продается готовое. Так, конечно же, хорошо было бы самой приготовить тесто, но мне возиться неохота, я пойду куплю готовое тесто. Вот. Дети в садике, детей из садика заберет Золовка. Обычно по пятницам Золовка их забирает, сегодня у нас пятница. По пятницам их забирает Золовка и вместе с ними приходит к нам. Золовка приходит, свекровь. Ну, пятницу вечером обычно они бывают у нас. Можно задаться вопросом, как же она с поломанной рукой их заберет и так далее, да? Но получилось так, хвала Всевышнему, что мои дети на улице очень послушные. Они держатся за руки, они не выбегают на дорогу. Они вот, как им скажешь, идти рядом, вот так они идут. У них нет такого, чтобы бежать впереди тебя и пытаться на дорогу выбежать и так далее. Они будут держаться за руки и идти рядом с тетей. Не раз уже проверено. Вот, сделаю пирог, и со вчерашнего дня осталась еще еда, и как бы поэтому больше я ничего готовить сегодня не буду. День прошел, как обычно, дома, уборка, стирка и так далее. Где мой Лео? Лео, покажу вам для поднятия настроения. Лео! Вот он. Солнышко, как у тебя дела, расскажешь? У тебя как дела? У меня муж дома уже 4-й или 5-й день, я уже не помню, да, и как бы уже нет необходимости ему постоянно там быть на стройке. И Лео опять принялся за свое старое. Был перерыв, он не гадил. Вот сейчас папа у нас дома, и он опять вчера на его одежду метку поставил. Но все равно я надеюсь, что это пройдет, потому что он постоянно уже не делает такие вещи.
Вот. Расставаться с ним я не хочу, и даже мысли не хочу этой допускать, что нет, как бы ну, не настроена я с ним расставаться, потому что я его очень сильно люблю, дети его просто обожают, и он нас любит. Даже солнышко. Даже мое солнышко. Как можно с вот этим чудом расстаться? Ну и чё? Ну, пописил, ну и что? Да, маленький? А если своевременно все убрать, как бы, то запаха ничего в квартире нет, как ни странно. Вот. Мы хотим нежности, мы хотим ласку. Ой, тётёшка. Мой медвежоночек. Медвежонок мамин. Где мое сокровище? Все, пойду на кухню. Сходила в магазин, сделала покупки. В Бим сходила. Потратила. Ну, 450 лир. 446-47. И можно сказать, вот два пакета. Раньше на эту сумму можно было несколько раз ходить в магазин. Так. Это отдельно, это в другом магазине. Я купила юбку. Она килограмм стоит 16 лир. Ну, здесь у меня, по-моему, килограмм. Юбка это для этого, для пирога. Так хочется разговаривать с вами бодрым голосом. Веселым я вообще молчу. Ну, не получается, к сожалению. Так. Что купила я? Ну вот, женские штучки, не знаю, я не пробовала эти, посмотрим. Я только сегодня обратила внимание, что оказывается, в Турции есть 3 или 4 ценовые категории этих женских подкладок. Я брала всегда котекс, они, оказывается, самые дорогие. Я не знала. Вот эти оказались самые дешевые. Если я не забуду, я цены подпишу. Миндаль. Это манты турецкие, мелкие-мелкие они такие бывают. Я детям иногда их готовлю. Жвачки. Детей балую жвачками. Я тоже их люблю. Мусорные пакеты. Оп, ну, все это. Орешки мои дети очень любят. Это все. Это сушеная курага. Масло. Вот это масло я никогда не брала. Мой ноготь. Да, видите, да? Прошло больше месяца. И вот на этом пальце и на большом пальце левой руки у меня слез лак, остальные все целые. Я уже записалась на коррекцию. Это масло никогда не брала, но посмотрим, какое оно на вкус. Вот это мне очень нравится масло. Сыр, это типа голландского сыра. Пакеты, пакеты, мне всегда они нужны бывают, я их постоянно использую. Постоянно нужны бывают они мне. Вот последний пакет здесь. Сливки. В последнее время я часто готовлю еду со сливками. Батончики Kinder. Я их раньше часто покупала. Я и сама их очень люблю. И дети любили, потом они перестали есть, и я перестала их покупать. Сейчас вот обратно они начали их есть, и я тоже вот купила. Сладостей все равно как бы не было, дети кушают, хочешь ты или не хочешь. И вот такие вот мелкие конфетки с орешками. Дезодорант для мужа. Все, вот это вот все, что я купила на 450 лир. Кто чем занят? Папа со Сланом будут делать попкорн. Зайра, ты что делаешь? Что ты делаешь? Я. Ты вчера мыл посуду. Еще.
сегодня Зея Рашкина очередь. По очереди. Серёжка маме помогает. Хозяюшка. Ты не брызгай, Аслан. Зира, папа что тебя бьет? А? Что папа бьет? Скажи, ты что меня бьешь по попке? Афин. Я вам говорю, не нащера. А, верить шимди сана пласти. Новый способ поедания супа через пипеточку. Buldun değil mi? Ya, şu an da yemek yapalım. Zeyra? А ты поела суп? Нет. В комнату игрушек не пойдешь. Нет. Пойду! Может, вы сядете? Мама специально вперед пересела, чтобы вам места было больше. Нет. Хоть бы хны. По-моему, я первый раз сижу впереди, а дети мои сзади вдвоем сидят. Обычно я всегда сижу сзади. Ну, Аслан требовал, чтобы я села назад, но сказал, так как вы подросли, вам места побольше нужно. Зайрашка, сядь, пожалуйста. Поели супчик. Ну, дети ели суп. Вот, и сейчас идем в торговый центр, в комнату игрушек. Отведу их. Ну, туда я знаю, конечно же, они папу поведут в магазин игрушек. Ну, что делать? Погода не важная у нас. Опять настали холода. Не знаю, весна наступала и сейчас обратно. Были на заправку. У нас, кстати, бензин стал 20 лир, по-моему. Сейчас можно говорить 20 лир, говорит. Бензин? Да, бензин, солнышко. 5 лир на заманды, бир сене онджем. Вот год назад был 5 лир. И то это было дорого. Сейчас вот 20 лир. Папа куда пошел? Зеряшка, где папа? Вот там. Деловые, им там официанты в Кунелы, когда мы ходим, суп кушать, всегда дают эти чупа-чупсы. И пока чупа-чупсы не сидят, такие деловые. Вот она грызет этот чупа-чупс. Вкусный чупа-чупс, Зеря? Где? Где? Ну, пожалуйста. Папа. Чек за бензин. 750 лир. Весело.
Идешь, Аслан? У него колеса спущены. Зайрашка, отойди с дороги. Иди сюда. Аслан, пошли. Я тебя у попы била. Затем меня попа била. За ручки возьмите друг друга. Это мы идем к бабуле. В комнату игрушек мы вчера ходили. Дождик был, после дождика так тепло, хорошая погода. Когда ветра нет у нас тепло бывает. Нормальные же колеса. Оставила своих малышариков у бабули с тети. И иду обратно домой, потому что у меня столько глажки, это просто нечто. Муж привез одежду, которую на протяжении всех этих месяцев отвозил туда в Миляс. Я не знаю, зачем он столько всего с собой возил, когда там уже есть одежда. Он возил туда, получается, он стиранную, глаженную туда отвозил. И сейчас обратно привез, которая месяцами там была. Но это нужно заново. Стирать заново, гладить, я уже постирала, вот сейчас нужно это все гладить. Ну и наша тоже, конечно, одежда, но очень много, короче. Поэтому чем там просто так отсиживаться, думаю, пойду быстро поглажу, потому что завтра у меня возможности не будет это сделать. Завтра у меня маникюр-педикюр, это займет весь день, вот все мое свободное время. Послезавтра у нас 8 марта, и мы с девочками еще... Месяц назад планировали пойти в хамам. Ну, если никаких форс-мажоров не будет, то так и сделаем. Вот, поэтому хочу сегодня все погладить, чтобы спокойно было. Спокойно, чтобы завтра и послезавтра отдыхать. Ой, господи, непонятно, что на голове происходит. Помните же, да, мою последнюю покраску? Так все и осталось. Как-то вот... Все не до этого было. Война началась, настроения не было. Так все и осталось. Вот так вот.